По аллее Центрального парка, как по подиуму, люберцы приняли первый в стране парад красоты. Побывал на празднике, оценил женскую красоту, а заодно и поработал наш корреспондент Александр Колганов. Красота – это доброта и любовь. Блеск глаз, гармония, ощущение счастья. Красота – это здоровье. Это жизнь. Здесь каждая права и каждая уже победила. Состоявшиеся мамы, жены, успешные бизнес-леди, юные девушки, полные планов и надежд. Они пришли не доказать, а показать. Красота выше возрастов, эталонов и стереотипов. Парад, как мы все прекрасно знаем, подразумевает, что это шествие победителей. И мы считаем, что победить в этом мире должна красота. Мы тоже за то, чтобы девушки даже в бизнесе оставались мамами, женами и успешно справлялись со всеми своими задачами. Атрибуты парада самые традиционные, эмоции участниц самые искренние. Организаторы подчеркивают, это не соревнование, проигравших здесь нет. Наверное, конкурсы красоты так или иначе показывают участниц, да, во всей красе, но все-таки там есть соревновательный момент, это конкурс красоты, а в параде как раз-таки все победительницы, да, все красавицы и все стоят наравне, вот это вот отличительная особенность. Участница шествия, наша коллега Анна Троян, признается, формат этого праздника ее приятно удивил. Здесь все не так, как на привычном конкурсе красоты. Обычно женщины-конкуренты, даже в простой определенной какой-то ситуации, здесь не было конкуренции, здесь все друг друга улыбались. Мне лично очень много комплиментов сказали именно женщины, и это показатель того, что вот такие мероприятия нужны. Где нет конкуренции, есть только дружелюбие и отличное настроение. Помимо демонстрации своей красоты, представительницы прекрасной половины человечества танцевали, пели, участвовали в лотерее и мастер-классах. На празднике встретились ослепительные блондинки, огненные рыжие и жгучие брюнетки. Наверное, это внутренний мир больше. Вот в этом заключается женская красота. У нас в люберцах самые красивые девушки. Надо показать себя. Организаторы говорят, парад имеет все шансы стать ежегодным. Этот собрал более 100 красавиц из Люберец, Москвы и области. Александр Колганов, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ.